Бэтмен, видеоигровой Бэтмен, очень сильно активизировался. Вот, например, в сентябрьском PS Plus раздали игру Бэтмен Рыцарь Аркхема. В EGS буквально вот на прошлой неделе раздали трилогию... трилогию, отлично. Трилогию Аркхем. По-моему, эта игра тоже в нее входит, как третья как раз-таки. Я могу ошибаться. И трилогию Лего Бэтмена. Насколько я знаю, сегодня будет какой-то важный анонс в 23 часа по Москве и, собственно говоря, по моим 23 часам. Будет анонс, скорее всего, какой-то новой игры про Бэтмена, непонятно. Вот. И, короче говоря, пару дней назад был День Бэтмена международный, если уж на то пошло. Вот, так что Бэтмен сейчас на хайпе. И чё бы, во-первых, не посмотреть. Я не играл ни в одну игру про Бэтмена. Я видел на Ютубе, можно так сказать, прохождение Arkham Asylum. В принципе, довольно прикольно, но смотреть было прикольно. А играть в этом мне, наверное, было бы не очень круто. Но у меня теперь есть такая возможность, потому что у меня теперь есть эти игры в EGS. Так что, чем черт не шутит, на какой-то там сабдей. Кстати, сегодня последний день, когда доступна скидка 50% на субскрайб на Твиче. Так что да, будьте любезны. Следующий сабдей октябрьский сам себя не выберет, не проголосует. И, в общем-то, давайте нажмем X, раз игра на меня об этом просит. Так, я не играл ни во что, поэтому пусто, выросла капуста, сложность. Сложно, норм, легко. Дайте норм, ладно уж, совет, пускай, яркость, нормально, динамики большие, обычные ТВ. Наушники ПРО. Дайте наушники ПРО сделаем. Так, субтитры пусть будут, продолжить. Информация. Игра поддерживает функцию этого сохранения. Данный значок будет появляться каждый раз во время сохранения, не выключать. Ну, понятное дело, господи. Так, поиск заполнений. Они, кстати, есть. Они есть. Испытание дыры. Дня рождения, видимо. Почти контент декабря. Что? Так, загружаемый контент. Витрина 5 из 100. ВБ. Кстати, давайте в параметры зайдем. Возможно, звук нужно сделать потише. Громкость шумов, громкость музыки, громкость речи, динамики беспроводного. О, давайте включим. Это интересно, мне уже нравится, что здесь как-то задействуется вот этот вот, а, видно, не видно, динамик на геймпаде, который позволяет воспроизводить звуки внезапно для динамика. Но как-то это почти нигде не используется. Так что печально это. На самом деле, что геймпад это может, но это не работает банально. Вот, Дайс, ты там живой, что у тебя с глазами? Я, конечно, понимаю, Террел запустил стрим. Кстати, тут новости про нового Бэтмена тоже недавно были. Киношного. Типа этот Роберт Паттинсон. Новый Бэтмен после Бена Аффлека. Мы, кстати, уже проходили одну игру про Бэтмена на наших стримах. Это первый сезон Telltale-овского Бэтмена. На Рождество мы проходили. О, геймпад вибрирует. Мне уже нравится. Я, кстати, думал, что и Telltale-овских Бэтменов раздадут в EGS, но не раздали. Потому что что? Потому что Telltale накрылся, хотя кто-то недавно выкупил права лицензии Telltale и вроде бы как продолжит конвейер про SX2Vina. Так, сюда просто Террел Глаз попал, понятно. Ой, господи, что за красота. А, еще, кстати, буквально через пару недель выходит фильм про Джокера с Хоакином Фениксом, которому пророчат Оскар и прочую чепуху. Мне кажется, супер завышенные ожидания у всех. Но я, наверное, даже в кино схожу на него. Так уж и быть. Так. Очень интересно. И чё?
сжечь. Ну какого черта, блин, игра? Press X to сжечь Джокер. Но это ж не Джокер. Это ж не может быть Джокер. А если перестать сжечь? Серьезно? Квадратный Джокер. Во-первых, начнем с того, что Террол жжет в прямом эфире. У меня уже палец болит. Алло. А, можно зажать просто. Он сейчас на Джека Николсона очень похож, роли Джокер. Люблю запах жженого Джокера по утрам. Вот как это случилось. Так погиб Бэтмен. Вы немножко там, по-моему, эту игру делали не те разработчики, которые делали другие игры про Бэтмена, которые классные. И они сразу как бы по фактике обсираются, потому что они спалили Джокера, но говорят, что так умер Бэтмен. Джокер был коммирован 9 месяцев назад. Ну, практически срок. Потом мы ждали. Готэм приготовился к неизбежной борьбе за власть, но ее не случилось. Собственно, преступность снизилась. В глубине души я ждал войны. Я просто ждал, пока кто-нибудь нажмет на курок. Или курок. Что? Непонятно. И на курок нажал полицейский. Что? Полицейский от первого лица. Интересненько. Кстати, еще по звуку то пиши, Дазь. О, господи Иисус, что с сенсой? Какие у тебя зубы? Че, хочу почитать газетку, алло. Так, какой-то биошок. Это что, какой-то афоризм? Блины с беконом. Ген рядом с какой-то пропал. Прости, что мешаю, есть сэр Лоуэнс, но тот парень, сидящий сзади, курит. Каков подонок! Чем мы его достанем, пушку расстреляем, урода. Курит. Кто курит-то? Какой парень? Что? Подождите, я думал, что ты куришь. Ты куришь? Нет, он смотрит стрим. Нет, он пытается запустить стрим, но... Кто из вас парень? Кто курит? Никто не курит. Лжесвидетельство. Расстреляем его за это. Ты куришь? С днем рождения, Ноэль, по ходу дела. Ты куришь? Так, во-первых, какого черта? Во-вторых, это явно пугало. В-третьих, надо быть полным идиотом, чтобы решить, что он курит. У него пакет горит, как бы. Я же говорил, что мы их расстреляем, ублюдка. Я просто в никуда выпалил все. У меня уже не должно быть патронов, как бы. This is the Police 3. Кстати, там от разработчиков This is the Police вышла новая игра, Rebel Corps, но она вся посвящена как бы тому, за что я ненавижу This is the Police 2. Поэтому Rebel Corps идет явно лесом.
Сейчас были использованы 100 грамм моего новейшего токсина. Завтра будет гораздо хуже. Готэм, это первое и последнее предупреждение. Ты этот, интернет проведи нормально себе, а то когда стрим распадается на квадраты. Я как опытный стример тебе говорю, это очень плохо. Чё за дичь? Там вроде было куча места свободного, мужик забежал, его вытолкали и запихали других. Угроза пугала сработала. Не дали, как вчера, в Готэме было больше 6 миллионов человек. Каким образом в Готэме 6 миллионов человек? Кто вообще живет в этом городе? Идиоты, придурки. У меня в городе меньше миллиона человек живет, и то полно народу. А в Готэме, где вот такое происходит каждый день 6 миллионов, на улицах остались только те, кто наслаждается хаосом. Полиция Готэма наслаждается хаосом. Полиция. Преступники. И еще кто похуже. Сейчас их уже практически некому остановить. Вот где такие уроды моральные и физические живут, вот даже в количестве в 100 раз меньше, чем мы сейчас видели на экране, 6 миллионов человек по доброй воле жить не будут. Им хватило суток, чтобы отнять у нас город. Кому им? Сегодня Готэм замер в ожидании, он ждет своего спасителя. То есть, серьезно, прошли сутки только и потом зажег. Я не верю в эту историю, я все, я это просто по фактике профукано все в заставке, в начале. 6 минут людей тут жить не могут. Спустя сутки только все проснуться не могут, чтобы позвать Бэтмена. Это все, это история полный булшит. Так, планировать. Отлично, я буду планировать. Так, мой план таков. Во-первых, я хочу разобраться, что с Луной в этом городе, почему она такая огромная и почему она такая размытая. Это мой главный план. Как бы Луна больше, чем сигнал Бэтсос, или как он там зовется. Неважно, как бы странно не звучал Бэтсос, но мы будем использовать именно так. Чё за башня какая-то? Да вон таксисты катаются по городу нормально вроде. 6 миллионов человек -то надо развозить. Хоть куда. Блин, я вижу этот радар из Скайрима. Ну господи, ну как, ну кто? Сделайте, пожалуйста, игру без радара из Скайрима. Хоть одну. Ладно, шутки в сторону. Да ё-моё, слишком сложно. Пилот, вертолет, диспетчер, начни машину, вся станция, нам Джонсон, ВЦ. Как это читать и, блин, не навернуться? Колдрон. Забываешь, что у всех есть что-то общее, что-то, что они ненавидят больше, чем друг друга. Бэтмен. Точно, думаю, они на время забудут всех разногласий для того, чтобы наконец-то разделаться с этим психом. Разбег с прыжком с края планирования. Как? Как лететь? Так. Ой, ё-моё, трось. Ща, Гордон, я долечу когда-нибудь. А он разве на здании полиции будет сос этот? Вроде же бы на мэрии. Нет? Фига, 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 фига длина веревки. Г.
Гордон, ты что, слоупок? Так раз же цело, невредимо. Извини, пройти, береги себя, Барбара. А ты не разучился эффектно появляться? Еле добрался. То как там где-то эвакуация? Последний автобус пересек городскую черту час назад. Это как раз, что моя дочурка вовремя уехала. А теперь пора за работу. Какая дочурка? У него разве не племянница? Мы отслеживали неопознанную военную машину, мчащуюся по китайскому кварталу. Это все, что нам было известно. Затем машине удалось от нас ускользнуть. У меня просто не хватает людей в городе из-за эвакуации. Если снова обнаружите, в бой не вступайте. Я сам этим, я вспомнил, что Бэтмен должен быть иммунным. Думаешь, пугал настолько безумен, что решит применить химическое оружие в Готэме? Джим, я не дам этому случиться. Если память тебя зови, ночка-то явно будет долгая. Всем патрулям, 10-33 в секторе 2. Пропала патрульная машина, 2-47. Возможно, ранен полицейский. Эй, Бэтмен. Ну вот опять. Оракул. Оракул, дай мне координаты отряда 247. Уже работаю. Так, как там папа? Он держится. Нет, этого не отнять. Так, перестань местонахождение патрульной машины. Будь осторожен, там явно плохие дела. Так, посмотреть биографию, может. Ну, какая. Так, Барбара Гордон, информационный посредник, Готэм, глаза голубые, цвет волос рыжие, рост 180 сантиметров, вес 57. Первое упоминание Suicide Squad номер 23, январь 1989 года. Серьезно? В Suicide Squad она впервые появилась? Не в Бэтмене? Обладает эйдетическая память, способная идеально запоминать все увиденное и прочитанное. Что? Обширная штаб-квартира готовится часовой башни, опытный хакер, превосходно разбирается в компьютерах, сохранял навыки обращения с палками эскрима и батарангами. Что за палки эскрима? Что за палки эскрима? Я хочу гуглить. Так, палка. Я только знаю палку истины. Так. Да, язык, ты будешь меняться сегодня или нет? Вообще ни в какую. Так, палка S. Понятно, на украинский переключил. Так, палки для экстрима. Что? Балинтовак эскрима есть. Может, балинтовак. Также есть как балинтавк. Нет. Что за дичь? Нет такого слова. Я не знаю, какой-то булшот очередной. Я уже какой четвертый булшот в этой игре нашел. Такс. Так, спасите пропавшего офицера полиции. Значит, он не пропал, если можно спасти. Но в целом, я как человек, прошедший Shadow of Mordor, вижу, что эти игры один в один, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, возможно, есть какие-то отличия, но... В целом, так и говорили про Shadow of Mordor в свое время, что это такой какой-то Assassin's Creed / Batman. Если б я был злодеем в Готэме, я бы понаставил бы миллиард ловушек на всяких крышах. Потому что я знаю, что Бэтмен передвигается по крышам. Очевидно, что надо там его и подловить. Что происходит? Почему я не планирую? Я же все нажал. Так, Бэтмен же должен все распланировать. Плевать, распланировать.
куда я улетел? Так, связь снизу, удар в планировании. Удар в планировании. Пресс квадратик, чтобы все надрать жопу. Ну, кстати, боевка, да, Shadow of Mordor один в один. Ну, а Shadow of Mordor Warner Brothers тоже издавали. Что? Ты чё, я Бэтмен. Что произошло? Боевая сводка. Batman, over here. You're safe. В безопасность. А прикиньте, так избить всех и не подать руку, все. Никакого спасения вам, офицер. Город захвачен, у нас нет никаких шансов. Сиди здесь, я отправлю кого-нибудь за тобой. Что ты здесь делаешь? Уравниваешь шанс. L1 уравнять шанс. Я думал, сразу в машину приземлиться. Чё за отстой? Господи, как будто реклама геймерских мышек. Оракл, мне нужно отследить тот военный автомобиль. Патрульная машина начала преследование, передаю местоположение. Зачем? Вы что, дебил? Без страха и упрёка, чувак. Зачем обычный полицейский за военной машиной? Бэтмобиль, ёпрости! Need for Speed начался. А, все, исчезло. Молчу. Да, я прям уверен, что вы на вот этой тарантайке разберетесь со всем. Молодцы, разобрались. Так, тормоз, резкий старт, разгон, едь. Что-то я немножко... Чё, куда? А, я типа спасатель города, все дела. Мне, кстати, интересно, из-за дождя у вас там случайно не превратилось всё в кашу на стриме? Да что? Почему меня так закрутило после выстрела? Вообще просто дрифты. Ой. Знаете, игра резко жанр свой сменила. Да ё-моё, какой косой у вас прицел. Они ещё и стреляют. Да ё-моё! Весь город, короче, разбередили. Всё, дождь закончил. А, нет, не закончился. Он реально кругами катается, смотрите. Мы отсюда начинали преследование. Бэтмен не убивает, он только обезоруживает. С вашей разобрись, надо просить водителя выяснить, сесть в автомобиль. Нет, я Бэтмен. Допросим его так. Допросите бойца, если рядом. Я допрашиваю, я Бэтмен. Это допрос. Бесконтактный допрос. Так. Да ёпрости.
А чё, он же в машине был? Где пугало? Иди к чёрту! Где он? Где детонатор? Мне совсем нечего тебе сказать, Бэтмен. Говори. Я переломаю тебе все кости. А, но он работает в Пентхаусе, в китайском квартале. Клянусь, больше ничего не знаю. Если ты соврал мне, я сломаю и вторую. Вторую что? Химический анализ. Пугало толкает отличную дурь. Оракл, проверь химический анализ, который я отправил. Конечно. Это то, о чем я думаю? Новый токсин пугала, чистый образец. Это точно, я подготовлю на бэткомпьютере полный химический бэт-анализ, что ты будешь бэт делать? У пугала рядом склад, я нанесу ему бэт-визит. Будем надеяться, теперь дело бэт двинется. Классно, одной кнопкой сел в машину через полгород. Люблю. Что, куда ехать? Это что за дичь? Да что? Куда не поедешь, что сразу в обратную сторону? Да ты издеваешься, что ли? Что за бред? Я не понимаю. Мне наверх? Не хочу на Бэтмобиль, я хочу на задание. Меня не пускают на Бэтмобиль. Я даю ты плющ. О, привет, мужики. Решающий удар. Фига. Нормас. Не, ну конечно, битвы весьма впечатляющие. С учетом того, что я нажимаю на одну кнопку. Открыть дверь. The doors are locked. Я знаю, что дверь закрыта, я поэтому нажал открыть. Ага. У меня есть вторая дверь. Алло, открой! Да что? Что за дичь? Куда мне надо, я не понимаю. Мне надо в этот дом. Он, походу, должен светиться комп, который мне нужен по заданию. Ну ладно, полезли на самый верх. Я вот вижу эти азиатские черты архитектуры и сразу вспоминаю, что летом, по-моему, или зимой выходил мультик Лего Ниндзяго, или как-то так он назывался, и все его так хвалили, а на деле это просто трэш какой-то лютый. Про Бэтмена-попаданца в средневековую Японию или Китай. Такая дичь. Да ё-моё, не то. А как он метал батаранги? Ой-ой-ой-ой. Что это такое? Мне кажется, у меня переломаны ноги. Безоружен.
Бэткоготь, бэтранг, тросомет, управляемый бэтранг. L2R2 бросить. Открывай! Я Бэтмен! Блин, а бегать на Эксе? Ой-ой-ой. Я реально не понимаю, как туда попасть. Интересно, здесь стекло. Ну блин, либо через крышу какую-то может залезть. Либо чё. Да блин, нет, я хочу. Вот здесь может быть что-то. Right no во, решающий удар. Дамочка, мы только начали. Удар с использованием обстановки. Бет обстановки. Фига. По заднице. Так, что показывает стрим очередной? Это уже интереснее. Сэр, это Бэтмен, он здесь. Ты хотел найти меня, Бэтмен? Вынужден тебя разочаровать. И чё происходит? Посмотри на камеру, я хочу, чтобы ты почувствовал страх. Да убивай её, плевать. Слушай, мышка, мы сейчас всё тихонечко выйдем. Будешь дергаться, я вышибаю мозги. Мило. Но только один из нас выберется из этой клетки. Что ты делаешь, идиот? Что может быть лучше естественного иммунитета? Веганка, что с нее взять? Отличные кадры, но не очень понятно. Венозные. What are you doing? Что ты здесь делаешь? Почему пугало запер тебя? No, hello. Даже не поздоровался. Говори. And what if I don't... А если я не хочу? Then I burn. Тогда я сожгу все растения. Что? Все началось со встреч. Какой встреч? Там были все: пингвин, двуликий, загадочник, даже бедняжка Харли. Пугало сказал, что у него есть план. Так тентакли полез. Он предложил объединиться против тебя, а потом захватить Готэм. Только через мой труп. А это и был расчет. Я сказал, что мне не интересны его глупые игры, и когда я пришла, он запер меня в этой комнате. Несчастье для него, этот мерзкий яд на меня не действует. Природа всегда побеждает. Ничего, я вообще не удивлен, что тентакли схватили Бэтмен. Он когда-нибудь это усвоит?
Ты пойдешь со мной. Стоит только попросить. Что не так? Да бомбит просто у кого-то что. Что за танки вообще? Мы World of Tanks что ли играем? Бэтмен, good for Gotham. Мы загнали его в угол. Стоять. Ты уверен, что это неизвестно? Подтверждай, это Бэтмен. Сэр, это танк, который их прикрывает. Он беспилотный. Хорошо. Так, чё хорошего? Дистанционное направление. Выход из дистанционного направления. Сменить камеру. А при чем тут их танк? 6-метровая пушка. Бэтмен не убивает. 7 раз на толпу включена. Бэтмен не убивает. Что? А где Бэтмен? Я не хочу, я хочу за Бэтмена играть. Как мне перестать за машинкой? Я что-то заблудился в управлении. Что происходит? Так. Шмяк! World of Batman Tanks. Чего не горят фиолетовым огнем? Как перестать играть за машинку? Нам надо уходить. Как всегда, мастер преуменьшать. Рако, мне нужно узнать, откуда эти танки. Я вижу, что несколько транспортных вертолетов движутся в город. Еще несколько на подходе. Активируй диагностику вооруженные Бэтмобили, я выхожу на тропу войны. Все равно играем за машинку. Ядовитый плющ. Так, помыла Ленина Айсли, профессиональный преступник. Интересная работа. Цвет глаз зеленый, все рыжие пока женщины Василина Бэтмена, которые мы встретили в 181 выпуске Бэтмена. Интересно, в каком первом выпуске был Бэтмен? Детектив Комикс 27. Величайший в мире детектив, род занятий. Окей. Так, Дворецкий. Только в 16 выпуске Бэтмен Альфред появился? Не факт, так... Брюс Уэйн в том же комиксе, что и Бэтмен внезапно. А, и Джеймс Гордон в этом же комиксе был, в первом. World Finest номер 3, 41 года. Подождите, детектив комикс вышел когда? В 39-м. А Альфред когда? Сюда, вы чё, Альфред появился позже, чем Пугало? Да... Диагностика энергоорудия. Бросьте на врагов всю мощь Бэтмобиля. Да не хочу или хочу, не знаю, что, какое испытание. Какая симуляция, алло. Включаем диагностический тест энергосистемы оружия. Ты понимаешь, цель, чтобы зарядить оружие энергии и запустить ракетный шквал.
Какие цели? А, вот этот что? А как запустить ракетный шквал? Ракетный шквал уровень 1. Диагностический этап завершен. Зайти ракетный шквал до второго уровня, чтобы уничтожить сразу 4 цели. Такое. Не, ну в целом я хочу сказать, что игра выглядит довольно, ну, насыщенно. Деталями и прочей всякими штуками. В это можно залипать. Но желание у меня что-то не очень. Что? Получаем урон, уменьшает энергооружие, залетит ракетный шкал устроения. Уничтожить 4 активные цели, чтобы завершить диагностический тест. Я бы да, но врагов нет. Можно двигаться, конечно. Есть friendly fire, интерес. Но, с другой стороны, очень аркадно здесь все сделано. В плане Бэтмобиля. Все-таки, в конце концов... Аркадный обзор назывался мой канал. Еее, продолжить. Получено улучшение. Бэтмен Босс Панесса с студией замечает транспорт, с которого выгрузится еще танки. Я предупредила полицию. Так, а что? Что за Warner Brothers? Экран Wayne Tech. На экране Wayne Tech можно посмотреть список доступных приемов или заработанные очки улучшения Wayne Tech. Успешно выполняйте задание с категории особо опасно или набирайте очки опыта для улучшения бэт-костюма, бэт-мобиля и получения дополнительных бэт-навыков. Совет. Больше всего очков опыта начисляйте за поимку суперзлодеев, терроризирующих Готэм. Технические устройства. Улучшайте самые технические, совершенно в мире арсенал устройств с новыми эффективными функциями. Изучайте сложные техники, чтобы расширить свой арсенал средств борьбы с преступностью. Бэт-костюм. Создайте совершенный бэт-костюм. Увеличите защищенность, подвижность, мобильность от ветеринарного доспеха. Список приемов. Общая информация. Тут ничего нельзя прокачать, что ли? Бою. Используйте новые мощно решающие удары. Бэтмобиль. Даже не очень интересно. Давайте костюм, что ли, прокачивать будем. Так. Обеспечено 20% улучшенную защиту бэткостюм от прямых ударов. Уцепитесь за выступ рядом с противником. Сразу же наносите решающий удар. Я бы не сказал бы, что это все интересно, да, бой, давайте качать. Супер оглушение, а затем этот мощный удар, чтобы нанести врагу дополнительный урон. Рассчитывайте точное время следующего удара, чтобы удвоить урон, чтобы выполнить этот прием. Начинайте следующий удар точно в момент улучшения предыдущего. Что-то сложно, давайте вот это прокачаем. Так. Пассажиры, это и ты плюч. Так что, Бэтмен на Убером подрабатывает или что? Как же все-таки занос? Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ваш Бэтмен убивает? Нет, он делает больно другими способами. Он уничтожает танки, в которых... Они беспилотные, я вспомнил. Точно-точно. Хороша отмаза. Геймдизайн.
Но тогда и у меня беспилотный Бэтмобиль, поэтому можно его взорвать и не проиграть. А у меня беспилотный Бэтмобиль. Нет. А, можно так делать, ничего себе. Сколько вас? Че, определяю врагов только по их вот этой полоске прицеливания. Jim, tell your men they can resume their patrol. Так, Джим, скажи своим людям, что не могут возвращаться в патруль. Работать. Слышь, полицейский, работать давай. Я бы не рассчитывал, у меня нужна камера изолятора в карцере полицейского управления для Дэвида Плюща. Стоп, я думал, мы едем в полицейское управление. Ну ладно. Просто заехали, подстреляли. Подумаешь. Немножко, конечно, мне Rocket League это напоминает почему-то. Там тоже есть Бэтмобиль. Мужики какие-то. Нормас. Сбил на полной скорости, но подумаешь... током ударил, и он просто потерял сознание. Ничего себе зафризило. На кого вы еще ожидали? Думал, нас атакуют. Ну, в принципе, я вам там разворотил полстены. Как там продвигается анализ токсина страха? Еще не завершен, осталось совсем немного. Как будешь готов, приходи в часовую башню, покажу, что мне удалось выяснить. Кто научил тебя водить? Никто. Я Бэтмен. У меня Бэт-права. Разорвать тебя в клочья, Бэтмен! Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Что? Общественные беспорядки, да на улицах война, у нас не личный состав, не экипировки. Смотрите, как кто здесь? Ключ. Одним поводом для беспокойства меньше. Ваши камеры изолятора не заняты. Рад, что больше не будет простаивать. Отлично, еще одна камера. Так у нее иммунитет, выкачайте из нее достаточно крови и сделайте антидот. Че вы? Теперь ты перейдите спокойнее, когда я под замком. Всем бояться. Что, поговорить? Да, поговорим. Ты же знаешь, что эти стены меня надолго не задержат, но если тебе так будет спокойнее, я подыграю. Пока что. Зачем тратить время, помогая этим жалким созданиям, таким приотивным по сравнению с растениями? Да, ну, как бы, я сегодня узнал, например, про растение, которое в там 10, а то и 100 раз жжет сильнее, чем крапива, причем ее вот эти вот маленькие волоски с нейротоксинами, которые покрывают листья и стебель, они способны... сжечь еще спустя годы после того, как само растение полностью засохнет. И это растение в Австралии растет, естественно, где же еще. И у меня какое-то дебильное название, типа глип-глип или что-то вроде этого. И однажды один офицер во время там каких-то военных действий подтер задницу этим листком, потому что думал, что это обычный лишайник, и в итоге покончил жизнь самоубийством спустя 2 дня адской боли бесконечной. Вот кого она защищает. Так, интересный этот плакат у вас.
ты точно полицейский? Слушай, Бэтмен, ключ начинает казаться мне привлекательным, это вообще нормально? Нормально, ты видел, что она в одних труселях щеголяет? Так. Добрый день. Я Бэтмен. У вас тут бумаги валяются на полу. Половина бутылочков противогаза, ничто не смотрят новости, такси напугало нет защиты. Ну и просто типа знают поговорку, в армии команда газа, надевай противогазы. Так. Не хватает людей, чтобы со всем этим справиться, что делать, и ситуация безнадежна. Ты в Готэме вообще живешь, ты в курсе? Этот раз город обречен, нас просто слишком мало. Да иди сжечь напалмом Готэм вообще, никого не увозить, всех 6 миллионов человек просто сжечь. Нет проблем сразу. Кэш? Со всякой шпаной на улицах мы справимся, Бэтмен, но это о боевиках и прочих психах придется позаботиться о тебе. Ну спасибо. Я-то уж думал, ты мне поможешь хоть чем-то. Пошел ты, чертов бюрократы, помощи ждать не от кого. Мы справимся, Джим. Что в городе? Город охвачен преступностью. Кэш, доложи обстановку. А, так, посмотрим. Да что камеру постоянно крутит? А, понятно. Во-первых, мы потеряли связь с пожарной командой 17-го участка. Координаты их последнего местоположения нам известны, но долго это в одиночку не продержится. Еще есть эта странная находка. Труп. Мы не успели его как следует осмотреть до эвакуации, но даже у наших ребят глаза на лоб полезли. Настоящая жуть. Кроме того, в железнодорожном депо был несколько раз замечен загадочник, от него ничего хорошего не жди. Слушай, я знаю, что ты занят, но если поможешь людям, жизни спасешь. Не беспокойся, Джим, я знаю человека, у которого есть зацепка насчет пугала. Сделаю все. Раз слышит, мои люди прочесывают южный и западный Готэм, я присоединюсь к ним, когда закончу дело здесь. Мы найдем этого сукина сына. Так, выбор задания. Воспользуйтесь разделом выбора заданий, чтобы выбрать следующую цель в Готэме. При обнаружении нового суперзлодея или задания, они автоматически будут добавлены в данный раздел. Если вы хотите вернуться к охоте на пугала, то выберите этот значок. Так. Долг зовет пожарные, загадочник, Wi-Fi. Это что такое? Так, господи. Давайте посмотрим на это, потому что, во-первых, это находится черт знает где, и я потрачу миллион времени на это дело. Вот, а во-вторых, я не очень понял, что там такое страшное произошло. Пять имей, как мы удалось никого не убить, люди закусочные буквально рвали друг друга на части. Это все ради меня, что такси никак не выветрится. Вместимость карцера 1%, камера 1 из 27, особый режим 1 из 11. Это, походу, плющ 1 из 11. Я поймал суперзлодея? А это кто? Что ты здесь делаешь, Рейнор? Ты же Райдер. Тебя зовут Джек Райдер, но тебя Рейнором назвали. Ты должен был покинуть город. Наверное, тебя интересует та запись. Я веду тебя в курс дела, если пообещаешь снабжать мне информацией. Здесь небезопасно, ты должен был уйти вместе с жителями. Так я упустил главную сенсацию года, если не века. Это же мой шанс вернуться наверх. Услуга за услугу, Бэтмен. Тебе что-то известно о планах пугала? Да, я думаю, он хочет распылить нейротоксин какой-то. А я стараюсь, а без толку. Джекер, кто ты такой? Ну и рожа у тебя. Шарапов. Антология номер 73. 1968 год. Журналист, идущий раз, я вообще не знаю, кто ты такой. Неважно. Что-то у меня, по-моему, метла висит. Мне кажется, я явно не на выход иду. Или нет, выход. Бэтмен, что сказал о тебе пугало? Ты зря сломал мне запястье. У него на тебя планы, Бэтмен. На всех твоих друзей тоже. Сегодня мы наконец сокрушим Бэтса. Я думал, что будет, если я нажму на квадрат. Будет весело, ладно.
Один булшит этой игре я готов теперь простить за такую сцену. Рандомную абсолютно. Где выход? Сколько может? Моя тачка. Добрый вечер, мистер Уэйн. Надеюсь, машина подходит для ваших строгих требований. Что-то лицо подтормаживает. Да, иногда игра провисает. А жду, что скажешь что-то подобное. Пыть чуток, я активирую функцию форсажа. О-о-о. Спасибо, Люц, опять подтормозила игра. Да, конечно, держу в курсе. Остатки Готэма. Куда меня ведет дорога приключений? Не очень понятно. Пальмы в Готэме, что? Откуда? Как выйти из... Так, ну и что здесь с этим телом? Альфред, нашел взрывный труп, про который говорил Кэш. Попытайся сомнить причину смерти. Так, сразу пах сканирует. Анализ крови дает причину смерти. Передозировка обезболивающая, приведшая к остановке сердца. Кроме того, кожа на кончиках пальца жертвы выжжена кислотой. Что? Мы даже не посмотрели ни на что. Весьма неприятная смерть. Это еще не все. ДНК как будто испорчена. Но информации недостаточно, чтобы провести прекрасный поиск в базе данных. Придется использовать сканер глубоких тканей, чтобы проанализировать тело на отличительные черты и выяснить личность жертвы. Я забыл, что Бэтмен должен говорить низким голосом. Что? Я думал, тут будет расследование какое-то. Дичка, а вот расследование пошло. База пропавших без вести. Соответствие миллион, или что, 7492. Кожа до кости. Улик нет. Да что ты будешь делать? Сканировать ули... Так, стоп. Опять в области паха что-то светится. Да где? Что? Что вот это вот? Как это работает? Или это просто я двигаюсь и... Или что? Сменить уровень сканирования. Мышцы. Опа-на. В нижнем отделе кишечника было обручальное кольцо. На нем написано Офелия. Обручальное кольцо. We need to go deeper. А, это что такое? У жертвы заменен бедренный сустав. Рубцовая ткань еще не зажила, так что операция сделана недавно. А фотки, что это за работники студии? Так, значит, я должен на этом уровне что-то найти. Нет? Вот что-то, ухо какое-то. Левое ухо неправильной формы, судя по всему, рожден дефект. Бэт Прашер, так. Альфред, убитого зовут Энтони Лунд. Согласно медкарте, страдал алкоголизмом, вероятно, из-за неудач семейной жизни. Офелия, именно кольцо его бывшая жена. Последний раз ее видели в Альбукерке, Нью-Мексико. Не, я вот тут его вижу. Странно, что пропали они не в Готэме. Их специально доставили сюда, потом убили. Кто? Кто они? Кто мы? Сэр, если вновь услышите эту кошмарную оперную музыку, рекомендую проверить. Подозреваю, играть намеренно, чтобы пролечь вас. Что? Какую оперную музыку?
А, чё ты несёшь, Альфред? Я ничего не понял сейчас, серьезно. Я просканировал чувака. И все. Начались какие-то... Какая-то дичь началась сразу. Так, как выбрать задание? От первого лица можно катать. Почти. Как задание выбрать? Так. Местоположение. Вот это вот что такое? Испытание дыры. Кошмар пугало. Так, посмотрим профиль игрока, значит, испытание. Давайте начнем испытание. Пейте пугало за 4 или быстрее. Так в смысле, я что-то не могу ничего начать. А. Ты еще будешь упрашивать, чтобы тебя добили из жалости. А в чем кошмар? Кто так строит маршрут? Вообще не страшно, я так скажу. Let go, Batman. We're all afraid sometimes. Что за дичь? Это 4 минуты я должен ехать, вот это все испытание. И при том, что я могу приехать не за 4 минуты, а больше. И потом, чтобы мне заработать очко прокачки у Intec, мне надо будет еще раз это проехать. Я правильно понимаю? Что происходит? Да не, ну вы серьезно? Сражаться с роботами, точнее с дронами. Ну такое. Кодзима гений, конечно. Suffer. А есть какой-то способ ускорить его избиение? Он сейчас на 3 хп опять призовет уро этих дронов, я прям чувствую это. За слоумо. Ну вот я типа его не одолел за 4 минуты. Дальше что?
Вообще, мне кажется, я сейчас проиграю. Все, руин. Ну, честно говоря, как-то очень уныло я сейчас провожу время. Долбить вот этот его час. Кто? Кто? Что? 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 Что происходит? Что происходит? Босс вертолет. Я все понимаю, но этого я не понимаю. Короче, наверное, плевать на него надо, я не знаю. Просто долбим пугало. А все? Что? Мне кажется, сейчас я помру. А это что? Что происходит вообще? Че они по одному уничтожаются? Я специально долблю по земле, чтобы вся толпа. Так а что? Что? Твою мать. Того я вижу 7 минут 23 секунды просто уникального времяпрепровождения. При том, что я сейчас еще зафейлю все. Что, не зафейлил? Неудача написано. Ну, хрен знает. Новый лучший счет, но типа я за это ничего не получил абсолютно. Как очень отстой. Да честно вам скажу, наверное, я на этом закончу играть в Бэтмен. И, возможно, все эти бесплатные раздачи ЕГС тоже... Ну, может быть, Лего Бэтмена можно будет порубиться по фану. Но это в идеале бы еще с кем-то. Я не знаю, если там кооп, что здесь было. Ну, точнее, там кооп есть, но если там мультиплеерный кооп, можно было бы с Нитой поиграть, например, еще с кем-то. На стримах. В принципе, Лего игры прикольные. Умеет ли Бэтмен плавать? Скорее всего, нет. А, меня автоматически... А, нет. Я думал, меня... О, смотрите, он вылез из воды. Такой, ну ты руинер мне. В лицо он заявляет. Ну и руин. Куда ты вообще залез? В воду. И так дождь.
Это показалось, что еще какой-то Бэтмен летит. А то какие-то брызги лютые, смотрите, как оно подскакивает. Можно как-то приблизить? Бэтмобиль. Твою налево. Воспользуйтесь разделом испытания дыры, чтобы установить маркер на любое доступное испытание. Не хочу. Владимир Дядь, привет. Только что загрузил, типа 2 часов уже. Секунду. Так. Уже мы моим типа мультиплеере играть вдвоем или втрем. Угу. Привет, Владимир. L9, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, ты про Лего игры говоришь. Это хорошо, что есть там есть мультиплеер онлайн. Это здорово. Так. Кошмар пугало. Ну, блин, люди из моего списка друзей даже он что-то завершает. Ну, либо я не понял, как это нормально работает, вот это испытание пугало, либо черт знает. Ну, потому что я реально потратил почти 8 минут жизни на не самую увлекательную вообще игру. Что, Бэтмен? Похудей, пожалуйста. Не самое увлекательное игровое времяпрепровождение, и в итоге я ничего не получил. Почему? Потому что должен был потратить 4 минуты, а не 8. Но как это сделать, не очень понятно. Я так понимаю, здесь будет бесконечное количество миссий на Бэтмобиле, которые тоже достаточно примитивно, однообразно. Ну, скорее всего, потом как-то это все еще усложнится 10 раз, и там будут новые игровые механики, плюс прокачка и прочее. Ну, черт знает. Ну, то есть, контента здесь, конечно, много, но он, мне кажется, супер однообразным. И... Ну, типа, не мое. Просто не мое. Так красиво. Мне нравится, как игра выглядит. При том, что я играю как бы не на ПК, не на ультрах, а на PlayStation 4. Это все. Я про этот говорю, про Arkham город. Та же игра, что и у тебя. Мы можем, типа, вдвоем играть. А, в Архэм... Рыцарь Архэма? Нет, это одиночная игра. Я не знаю. Тут можно только соревноваться, типа, во всяких испытаниях, ставить рекорды, и потом, типа, у твоих друзей будет отображаться, что ты прошел вот это вот испытание за 3 минуты, а твой друг криворукий за 5 минут, и ты можешь его... Типа, ха-ха, я за 30, за 5, ну ты кривой. А я крутой, я Бэтмен, а ты так, Робин. Вот это вот все. Вот. Да, по-моему, нет ни одной игры мультиплеерной про Бэтмена. Ну, возможно, Лего-игры. У них есть, возможно, кооператив. Ну, точнее, там есть локальный кооператив. Насчет онлайн-кооператива не уверен. А так, в целом, ты же Бэтмен, ты главный герой, ты должен надирать всем задницы. И, в принципе, самое главное, что надирать задницы в этой игре прикольно. Тоже очень схематично, тоже аркадно, но боевка, вот, если бы я сейчас наткнулся на каких-то чуваков. Кто-то есть внизу? Возможно, конечно, еще дело в том, что я не то чтобы супер фанат Бэтмена. Вот я более чем уверен, что люди, которые прям с ума сходят по Бэтмену, им вообще вот, побыть в шкуре их супергероя, я вообще не вижу никого. Где эта история о том, что Готэм наводнили? Ну, в принципе, вот я сейчас несу какую-то ахинею колесицу и просто жмакаю на кнопки, и нормально, залипать можем. Где злодеи, которые наводнили Готэм? Не вижу никого. Все вымерли. И не знаю, как они 6 миллионов людей вывезли на школьных автобусах. Вот, где-то рядом. Где-то рядом должны быть. Stop right there, criminal scum. Вот это вот очень прикольно сделано. Это прям жмакаешь... Практически одной кнопкой, но на деле нет. На деле... О, можно еще батарангом достать. Это прям классно. Ты прям чувствуешь себя каратистом. Не знаю. Неважно.
Вот. И опыт зарабатываешь. Помоги мне! Да сиди, чё-то. Они с него даже баллон не сняли. Или что это такое? Бэтмен, боже, это правда ты! Что здесь произошло? А, наши машины напали, погромщики вытащили нас по одному. Пожалуйста, не убьют нас. А, я случайно приехал на миссию с пожарными. Я понял. Я не хотел, чувак, я не хотел тебя спасать. Но я получил очко улучшения. Ваше очко переходит в зрительный зал, что называется. Так, а какую технику можем улучшить? Мгновенно выйдет из строя врагов в эпицентре действия. Нет, пока не очень интересно. Устройство навыки. Вечное время, которое противник придет на земле после поражения прицельным батарангом. А вот давайте посмотрим, как мы можем улучшать бэтмобиль. Бронезащиту на 25%. Скукота. Усилие бэтмобиль позволяет уничтожать отдельных беспилотники при столкновении на высокой скорости. Все заблокировано почему-то. Бронезащиту. Ну и что, блин, проходить всякие испытания, надо только прокачаешь бронезащиту, чтобы не помереть. Скорость перезарядки. Не, что-то какие-то скучные прокачки бэтмобиля, вот так скажу. Увеличит только бронезапас, скорость. Такой себе. А что я сейчас видел? Я слышал! 243 загадки? Я слышал, что, по-моему, и загадки в этой игре на Бэтмобиле заточены. На гонке. Как его вызвать-то теперь? О. Нет. Вызвать хочу. Не хочу дистанционное управление. Как из него выйти? L1. Плотва. Как вызвать? Что такое тросомет? Я сразу вспомнил, Бэтмен. Не, ну прикольно, эта механика еще не пользовался. Ну короче, все, я хотел уже заканчивать. Но все никак не получается. Так, Бэтмен слишком был, все, плевать на вас. В общем, черт знает. Так, ну, как я люблю говорить, с одной стороны круто, а с другой Наруто. Вот, с одной стороны Бэтмен, а с другой черт знает что. Поэтому, наверное, я не буду больше играть в Бэтмена, черт знает. Но все может, естественно, поменяться по разным причинам. Вот, а завтра, если все будет хорошо, то мы отправимся смотреть контент патча 8.2.5 в World of Warcraft. Черт подерись, он уже вышел на американских серверах, и там спойлерят финал военной кампании, возможно, смысл сюжета всего Battle for Azeroth. Потому что пока смысла ноль. Вот, может быть, там что-то прояснится. Но терпим, ждем. Завтра, надеюсь, что вернусь вовремя с работы, и мы туда отправимся вместе с вами. Вот такие дела. Сорян, типа, если кто-то фанат Бэтмена, я тем более этой игры, я... Не то, чтобы она мне не понравилась, но она вот как-то слишком, мне кажется, вторичной. То есть просто ты ходишь, выполняешь всякие испытания, челленджи, немножко там сюжет какой-то не самый мудрёный, куча механик, половина из которых ты можешь не пользоваться, а можешь пользоваться и якобы круто, сложно. Вот, но, честно говоря, мне кажется, если вот, ну, так для общего развития, вот я поиграл часок полтора и нормально, но больше желание прям вот бросить все и все, я буду теперь играть, устанавливать все игры про Бэтмена, я практически могу это сделать. Казалось, что там кто-то стоит, а это действительно стоит, но башня какая-то, еще не башня, статуя. Неважно. Все, спасибо всем, кто заглянул или там в записи это посмотрел. Встретимся в следующий раз.
От души. А сейчас я на приколе, все сначала на повтор.